Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана. Хочу сказать вам большое спасибо всем тем, кто заказывает клематисы, розы, гортензии у меня на сайте. Тот, кто смотрит меня давно, знает, что я приверженец минимальной работы в саду. Нужно сделать и создать все условия для растений, а потом только получать от него красоту и удовольствие. Я, друзья, садовник и работаю на обслуживании частных садов. У меня свой прекрасный сад. У меня большой питомник, где растут сотни растений. Как мы все знаем, растениям нужна наша любовь, забота, а для того, чтобы они хорошо росли и цвели, им нужен хороший питательный грунт, солнце и полив. Как все успеть? Как не обойти, не обделить кого-то вниманием? Как обеспечить каждому растению полноценное питание? Я, друзья, перешла на пролонгированное удобрение «Осмокот». Марок пролонгированного удобрения много, и можно использовать любое. Почему я выбрала «Осмокот»? Потому что у него очень большая линейка разнообразных удобрений, и можно выбрать то, что нужно в данном конкретном случае. Можно подобрать удобрения для открытого грунта и для контейнерных растений. А мне нужно и то, и другое. Голова, друзья, абсолютно освобождается от мыслей, чем и когда нужно подкормить. Не нужно беспокоиться, получило ли растение необходимое питание перед цветением, после цветения и осенью. Мне не приходится делать никаких дополнительных подкормок, потому что я обеспечила свои растения полноценным питанием на весь сезон. И вот, друзья, наступают новогодние праздники, и мне хочется своим покупателям сделать небольшой подарок. Друзья, вот такой пакетик с удобрением на каждое растение вы получите, если закажете растение с 20 декабря по 10 января. Трехлетние саженцы, которые вы покупаете, в грунте у этого растения уже подмешана необходимая доза минерального удобрения. Но при посадке в сад нужно простимулировать развитие корневой системы, зеленой массы и цветения, чтобы растение хорошо прижилось на новом месте, адаптировалось и подготовилось к зиме, чтобы на следующий год уже стать полноценным вашим растением и радовать вас многие годы. Вот этот небольшой пакетик с удобрением «Осмокот» поможет вам в этом. Нужно будет всего лишь разбросать его по поверхности земли при посадке. Я выбрала вам в подарок, друзья, новую линейку удобрения «Осмокот» «Топ Дресс». Что обозначает «Топ Дресс»? Наряжать, одевать, подкармливать, достигать какой-то величины, в нашем случае красоты, быть первым. Вот такой новогодний подарок я хочу сделать каждому, кто сделает заказ на моем сайте с 20 декабря по 10 января. Чтобы вы, друзья, попробовали, чтобы посмотрели, как на полноценном питании ведет себя растение, какие получаются на этом удобрении яркие, крупные, красивые цветы. Вы оцените простоту, с которой можно достигнуть вот такого результата. Внесли однократно весной, заделали в землю, замульчировали органикой и любуетесь красотой все лето. Ну правда же, удобно и здорово. В каждом пакетике на каждое растение по 50 грамм. Производитель рекомендует вносить на каждый литр 1-2 грамма. А здесь, друзья, 50. Ну представьте, что у нас яма с корнями занимает
объемом 10-литровое ведро. Ну, пускай даже больше. Пускай большой ком земли, в котором вмещается 25-30 литров. И вот такого количества удобрения будет достаточно для того, чтобы питать все лето корневую систему растения. Почему еще я выбрала именно это удобрение в подарок? Каждая гранулка покрыта оболочкой из органической смолы. Это прилипатель. И только это удобрение можно разбросать по поверхности, практически не заделывая в грунт. Если все остальные удобрения осмокод, нужно положить в слой земли, чтобы они всегда были влажными, чтобы они всегда равномерно растворялись, то топ-дресс можно просто разбросать. Конечно, будет лучше, если вы зарыхлите, и лучше, если вы это все присыпете органикой, так как делаю это я. Но даже если вы просто бросите на поверхность земли это удобрение или в контейнер, не зарыхлите, не заделайте гранулки в почву, они все равно будут растворяться. Вот такая уникальная оболочка у этого нового современного удобрения. Оно будет растворяться равномерно просто при увлажнении, просто при поливе и дождях. Состав удобрения Top Dress 22% азота, 5% фосфора и 6% калия. Азота в этой марке больше, но он разный. Есть быстрорастворимый, который нужен весной сразу же, запуская процесс роста растения. И медленный, который будет растворяться весь сезон. К этому медленному азоту подключится фосфор и калий. И вам не нужно будет, друзья, ничем больше подкармливать ни розы, ни клематисы, ни гортензии. Я очень хочу, друзья, чтобы вы попробовали, воспользовались такой возможностью оценить качество и уникальную формулу растворения пролонгированного удобрения «Осмокод». Это признанная марка во всем мире удобрений для открытого и закрытого грунта. И еще, друзья, у этого удобрения есть температурный режим, при котором оно будет растворяться. Равномерное растворение удобрения происходит при температуре почвы 21 градус, когда тепло и растение активно растет и требует больше питания. Гранулы осмокод высвобождают минеральных солей больше. Но если на улице похолодало и стало 15-16 градусов, корневая система растения либо прекращает питание, либо его снижает. И гранулы удобрения в этот же период, если холодно, также приостанавливают высвобождение минеральных солей. В этом случае удобрение не расходуется, поэтому не наступит дисбаланса в питании, какое бы ни было лето. Друзья, заказывайте растения на моем сайте, получайте подарок. Выращивайте свой прекрасный сад и радуйтесь красоте, гармонии. И всем нам, друзья, мирного неба над головой.